Роман Зимидов. Номер 14 – Иван Солов. Номер 21 – Станислав Бани. Номер 11 – Алексей Ткач. Номер 23 – Владислав Каплатов. Номер 24 – Бархат Бестар. Номер 20 – Виктор Борцых. Номер
Действительно, кубковая игра была. Машук воспользовался ошибками нашими, забил 2 гола в результате наших ошибок. Но для меня важно было посмотреть в игре тех ребят, которые еще у нас не выходили на поле в составе. Вот. Я получил как бы такую субъективную оценку по действиям этих ребят. В общем, информативная оказалась игра. Несмотря на шутки погоды, все-таки футбол получился, я думаю. И были интересные эпизоды, связанные с завершением атак. Было много борьбы, было много стандартов у тех и у других ворот. Преимущество переходило от одной команды к другой. Вот. Ну, еще раз повторюсь, кто меньше ошибался, тот и выиграл. Все. Спасибо. Комментарии? Ну, я считаю, что была настоящая кубковая игра. Погодные условия тоже такие были непростые. Все ушел дождь. Да, начали мы неплохо, забили быстрый гол. Хотя в целом первый тайм мне не понравился. Ни по качеству игры, как бы не было того настроя, желания большого. Да, начали второй тайм, как бы первую минуту второго тайма «Динамо» была поинтереснее, могли забить там, и попадали в штангу, и рядом со штангой. 15. Да, но у нас появилось пространство у них за спиной, потому что они хотели сравнять счет. Мы очень хорошие проводили быстрые атаки ответные. В одной из них мы забили гол, еще очень много было хороших таких подходов, не хватало то ли завершающего удара, то ли последнего проникающего паса такого. Ну так, в целом, я считаю, что кубковая игра получилась, а итог закономерен. Победы!